Добрый день, уважаемые друзья. 21 августа 2016 года, Барселона. Время 12 часов 15 минут местного времени. Матч второго круга квалификации играет Джордж Картер. Юноша играет левой рукой, афроамериканец. Джордж Картер. Вот он играет против соперника, не знаю, как зовут, но очень прилично. Ошибается по длине. Еще раз хочется отметить, что это Барселона, Академия Санчес Касаль. Номер корта не знаю. Ближний корт к лонже, где находится, собственно говоря, такое офисное здание. Джордж Картер посеян под номером 3. Под номером 3 в квале. И против него играет испанский игрок Александр Лопес Симон. Александр Лопес Симон. Юноша играет правой рукой в желтой футболке. Джон Картер выиграл первый сет со счетом 7-5, во втором ведет 4-3, остается ему 2 гейма. В принципе, ощущается его полное превосходство над Александром Джорджем Симоном из Испании. Джордж Картер решил поменять дополнительный грип. Ну, спорное решение, но тем не менее он решил так сделать. И сейчас будет подавать при счете 4-3 во втором сете.
хороший качественный теннис демонстрируют юноши. Укороченный вдоль сетки. Держит мяч испанский игрок, понимая, что нельзя ошибаться. Ошибка. Тактическая ошибка. Нельзя бить. Если уж ты качаешь, то качай. Счет либо 40-15, либо по 30. Достаточно приличная у Джорджа подача, плосковатая, попадает. В общем, британские игроки в целом демонстрируют очень приличный теннис, очень приличный теннис. Не проходит первый мяч. Вторая, в общем-то, безупречная, испанец откачивает. Садится под открытую. Ошибка, тактическая ошибка испанца. Гейм. Значит, счет был 40-15, и Картер ведет со счетом 5-3 во втором сете. Первый сет также остался за ним. 7-5. 4 мяча. Прилично достаточно испанец подает. На растяжках играет испанский игрок Александр. Картер выходит правильно, но тянет время, отдыхает. На подаче Александра первая подача не проходит. Правильно подает по прямой. Картер грамотно откачивает горкой. Держит мяч, понимая, что ему нужно 4 мяча. Интересно, кто из игроков... Картер грамотно горками снял скорость, а потом пробил чемпионский удар на вылет. Срывает удар испанец. 2 мяча остаются Картеру до выхода в следующий круг. Ошибается Картер. По 30. Видимо, если я не ошибаюсь. Попадает в линию. По-моему, это был другой след. Испанцу виднее. Ощущением. Пробивает прямой испанский игрок, играет косо. На растяжках играет Картер. Хорошая физика. Ошибается Картер.
ровно. На мой взгляд, испанцу не хватает немножко атлетизма. Он играет ракеткой Бабала 315 грамм веса. И, в общем-то, набитый парень Александр. Но, с другой стороны, складывается впечатление, что не очень он пробивает мяч. Не хватает ему скорости. Ровно. Два мяча Картер до победы в матче. Испанец борется. Не надо. Не надо испанцу играть близко в боковой. Нельзя рисковать такой ситуации. Но игроку виднее. Это нам с вами, уважаемые друзья, стоя за пределами корта, удобно рассуждать о чем-то. Вкрутил. Свечка. В исполнении Картера бросать нужно было в длинную диагональ. Ну, сыграл так, как смог, ровно. С прямых ног подает Александр. Подачу. Ну, уже, как говорится, видимо, второй час юноша проводит на корте. Вторая подача более-менее приличная. Картер держит мяч. Что случилось? А, два мяча. Помеха. Раскачивает Картер. Раскачивает Картер. Держит мяч испанец. Ошибается Картер за боковую линию. Больше у испанского игрока нужно цеплять гейм, чтобы остаться в матче. Первая проходит. На растяжках играют. И в игре вдоль сетки на этот раз испанец прочитал игру Картера и пробил по прямой. Все правильно делали юноши, но испанцу хватило один раз проиграть такое очко, и он уже ждет сейчас мяч Картера вдоль сетки для того, чтобы продолжать игру. Итак, друзья, еще раз, это Барселона, Академия Санчес Касаль. Время 12 часов 30 минут местного времени. Продолжается матч квалификационного турнира между Джорджем Картером. Юноша в белой футболке. Играет левой рукой. И демонстрирует приличный теннис. Против него выступает Александр Симон, Испания. Юноша выступает в желтой футболке и играет правой рукой. Картер выдает
выходит подавать на матч. В первом сете он взял верх со счетом 7-5. И сейчас у него 5-4 во втором. На растяжках играет испанец. Картер решил сыграть низко над тросом. Александр зря отвечал один единообразно. Низко над тросом старался играть. Ему нужно было давно уже перейти на такие полугорки для того, чтобы снять скорость Картера. 15-0. Три мяча. Вот такие вот мячи. Вот такие мячи. Атака. Вот такая игра должна быть у Александра. Не торопиться против Картера. Будешь торопиться, получишь сразу. По 15. Первая прошла у Картера. Вновь прошла первая. Вот Александр грамотно. Сейчас на нашу сборку не хватает. Ноги стоят. Двойной матчбол Картера. 40-15. Что подтянулись уже лидеры основной сетки. Александр Георг Мандма из Эстонии. Game set match. Картер со счетом 6-4. А, нет, еще не 6-4. Что со счетом? Пойму. Непонятно, что со счетом. Что-то я путаю, люди. Испанец в такой ситуации на растяжке пробивает по прямой. Нужно откачивать на длинную диагональ резаным ударом или крученым, но никак не то продолжение, которое он выбрал. Испанца. Торопится Александр. Нет, торопится Джордж. В такой ситуации пробивает в один удар. Не проходит первая.
Пробивает Александр. Не пойму, что со счетом. Переход. Что-то, видимо, я перепутал, друзья. Шикарный пласкач, четко в девятку зацепил линию с внешней стороны. Безупречная подача Джорджа Картера из Британии. Для того, чтобы достать этот мяч. Ну, как мне кажется, он играет достаточно на прямых ногах. Но это вот атлетические способности Александра Симона. Вновь проходит пласкач в исполнении Джона Картера. Подсел немножко, выполнив три острых подачи. Нужно было подавать вторую, но он решил подавать первую. Поднимается ветерок. Двойная читалась. Поднялся ветерок, значит, начинает торопиться Картер. Вновь плоскоча не идет. Вторую и забивает. Матч завершен. Джон Картер выходит в следующий круг квала, или, ошибаюсь, может быть, уже в основу. Александр Симон из Испании проигрывает. Ну, по-честному. Итак, друзья, мы сейчас с вами перейдем на другой круг, а на этом пока что наш большой кусочек квалификационной сетки заканчивается. Итак, время местного в Барселоне 12 часов 40 минут.